2019 раз Дженнифер Лопес посетила Грэмми в шляпе с огромными полями, чтобы ее заклятые подруги не дотянулись с поцелуями. Медленно, горделиво Лопес прошлась мимо зева. Она все рассчитала. Узкое платье подчеркивало бедра. Высокий разрез усиливал эффект. Но прежних восторженных криков не было. Лопес похудела. Ее формы растаяли, как мороженое. С малиновым мороженым сравнили все эти платья Кэти Перри. Вот чей вид сзади отвлек внимание от Лопес. В этом платье было трудно двигаться. Перри преимущественно стояла, где поставили. Ее платье напоминало бутон, и этот цветок не распустился, в отличие от нарядов других леди. Леди Гагу не предупредили. Серебро в этом году не в моде. Гага и еще пару леди проспали этот модный совет. А перед Грэмми она призналась, даже не могла накраситься. Плакала, узнала, что в это же время получила еще и премию Бафта за лучший саундтрек фильма. В Лондоне Брэдли Купер забрал награду, свои же руки Гага освободила для Грэмми. Майли Сайрус была связана по рукам и ногам. Смелая, дерзкая, в этот раз она пришла на дорожку с родителями из крестной Долли Партон. Так что была в черном костюме. Но фирменный жест, язык показать успела.